под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою. Самоходная баржа плывает к шлюзу, к Охотское море. Дальше, куда на Запорожье, наверное. Ну, вот три шлюза, только четыре работают. На Гесе. Вот они. Четыре шлюза открытые так. Так не бросайся ты. Это главный вход. Бывшая территория родины. Вот такой пример сейчас. Как все ухожено и красиво. Такой летний салон. Свадьбы отмечает. На территории премьера вот такая красота растет. Сегодня 14 апреля. Тепло. Весна. Все цветет и пахнет. Там уже берег, Днепр. Сейчас покажу, попробую. Вот так. Вот так вид на проспект Днепровский. С территории премьера. Такой вид с премьера на Днепр. Они площадочку такую смотровую делают, но еще никак до кондиции не довели. С видом на Днепр. Будет красиво. Плавни там. Такая шикарная верба, я не знаю точно, как это называется, но красиво цветет. Уютно, тихо, иногда мы приходим сюда посидеть, отдохнуть. Бассейн, покуда воды еще не набрали. апреля, весенний день, тепло, ясно, жизнь прекрасна. Здесь все работает, 6 шлюзов воду спускают. Вот я сейчас показываю в сторону Веселого, там планируют построить еще одну ГЭС, Евросоюз деньги выделяют.
когда это осуществится, не знаю, но к чему это, тоже не знаю. Иди, родной, иди сюда, иди. Не, он маленький, он не кусается. Ну вот и сирень белая расцветает уже. Черешенька цветет. Вот я себе по рассаднике только посадил персик. Уже такой маленький цветет. Вот игрушка моя зацвела. Вот и тюльпаны мои расцвели. Это вот адонис весенний. Еще не цветет. Рано, наверное. Тархун. Вот и к нам цирк приехал. Или вернее уже уезжает. Интересно, хоть одного клоуна с Тархуной из Рады привезли сюда. Поляшка. Мамонты.